Дорогие друзья, несколько российских телеграм-каналов сообщили о том, что ушла из жизни известная певица и актриса. Ее знали и любили даже в России многие из нас. Имя этой певицы и актрисы — Джейн Биркин. Она неоднократно снималась в фильме с многими российскими звездами. Когда-то в конце 90-х она приезжала в Москву со своими концертами, поэтому ее помнят и любят многие из нас. Она добилась международной известности и славы благодаря своему 10-летнему музыкальному и романтическому партнерству. Она также сделала плодотворную карьеру в качестве актрисы в британском и французском кино. На данный момент больше пока ничего не известно, друзья. Смотрите наши новости, не переключайтесь. Ведь каждое утро мы делаем интересные выпуски, поэтому заходите к нам почаще и смотрите наши новости от начала до конца. До скорых встреч на нашем YouTube-канале, дорогие зрители.